Расстояние от монитора сантиметров 20-30. Оно варьируется. Странно, что он по мне раньше меня не начал стрелять, потому что я очень поздно его заметил. Я, можно сказать, даже наугад начал стрелять. Вот когда начал стрелять, когда стекло разбилось, я увидел потом четкий силуэт. А за стеклом я так какие-то очертания такое увидел непонятные. Привет, бандитыч. Ты ж в соло был, братишка, да? Опа, ошибка, брат. Фига, движ пошел, движ Париж. Фига, они бегают тут на фри вообще, просто на ноге бегают челы, вообще не стесняются. Вы что, вообще расслабились, что ли, без булсика тут? Он за вертушкой где-то ходит, я там видел какие-то силуэт какой-то, ноги какие-то ходили. Как варик, он, наверное, ушел уже, либо попробовать его с крыши распекать. Зота. Так, еще один. Он пойдет через торец, скорее всего, если у него ума хватит. Нет, его не убил, тот пробежал, который за забором был. Сейчас пойдем его догонять. Только надо фул магаз организовать вначале.
Блин, надо было с того с первого типа аптеку взять. Что-то я протупил. Не, может, конечно, я того и убил, но это очень маловероятно, что я его убил. Не слышу. Опа. Бутик. Пацаны, да сладко! А чел за забором, походу, сидит этот. Зря же он по нему стрелять начал. Лут. Гуси бегают. Так, ну все, теперь надо все лутать, получается. Собирать урожай. Может, еще кто придет, пока урожай собирать будем. Если еще кто-то придет, будет хорошо. Вот именно первой пулей сложно убивать, потому что прицел скошенный, подбрасывает сильно, и при этом я, поэтому я просто челом зажимал в спину, можно сказать. Может, еще кто есть в живых? Опа, это что, ботики бегают? Ты что? Ну это ботик, да? Это же не может быть чел. Блин, за елки не видно ничего теперь. Ага. Лол, или это чел? Это чел. Ух, чем. Блин, как его отсюда убивать? Он хоть где сейчас может сесть? Меня видно отсюда, капец. Жестко он меня спотает. Надо, наверное, пушить его просто идти. Канаве бегает. Сейчас здесь поднимется. Если не дурак. Ну, хотя дурак, по-любому, если поднимется, умрет, потому что... Блин, ничего ж не видно в этот помоечный прицел вообще. Тумба, ты чё? Блин, Тива туда искать вообще не лучший вариант.
учитывая, что он, скорее всего, вообще убежит от нас. В кусте? Да где в кусте? Мешки какие-то лежат. Я просто боюсь стоять АФК, что он меня просто тапнет. У него тоже какая-то херня там, по-моему. Но если он начнет убегать, я его, в принципе, заспотаю даже, наверное. Потому что он в опенфилд выбежит. Это, блин... Хрен дождешься, когда он выбежит. Это не челобот, это ЧВК. В смысле, челобот, который говорит фразами Юсека? Нормальный у вас челобот. Нет, забивать не надо. Надо пойти его и задушить, пока я знаю, где он находится, если он не убежал еще. Потом он может поменять позицию и подкрысить меня где-нибудь. Мне это не надо. Он уже убежал тут 100 раз. Вот в чем прикол. Я вас, уёбков, давил, блядь! Давлю и буду давить, нахуй! Не, слинял куда-то парниша. А нахрен на него что искать, а вот тут по этим кустам бегать. Он вообще, можно, Рвинску нибудь убежал в панике. Самое прикольное будет, если я сейчас вот этого типа начну лутать, и он меня шлепнет из кустов откуда-нибудь. Вот это будет фиаско. Что? У чела слик и при этом МК стоковая? Что, простите? Ну как это работает? Ну ты хоть на девятках, может, раз ты в слике? 755, я понял. Анимейшн. Так, за ларьком и пега одна. Здесь же я не убил, типа? Нет, не убил, это он убежал, значит. Опа, сюда лут. АК-103. Он нам не интересен, я думаю. БПшки нам тоже не интересны. Так что калаш тебе, братумба, вернется, скорее всего. А вот все остальное, извини. Да, тут нечего с них брать уже. Так, а где я еще убивал? Один внутри.
самый первый. Один под скорой валяется. Вот этот и внутри, да? Все, больше нету ведь чат никого. Блин, на самом деле надо вначале зайти внутрь. По-хорошему. Это так делается, чтобы понять, есть ли кто-то внутри. Чтобы лутать чела снаружи потом. А не так, как я делаю сейчас. Торец? Я в торце кого-то убивал еще? А, точно, точно, точно. В торце же я набрил еще пипегу. Окей. Блин, зачем я разряжаю? Я все равно столько не залутаю, наверное. Да ладно. Так, у этого так-так. Так-так-так-так. Который мы не будем, наверное, брать, нам его некуда взять, потому что все равно. За ночь, да, новичка прокачал. Ну а как? В другом никак. По-другому никак. Ну, я думаю, тут никого уже не будет. Там еще были выстрелы со стороны Норвинска. И все, наверное. Вряд ли кто-то сюда придет еще, я думаю. Лутецкий, лутецкий. Душка, да. Зачем тебе пилигрим? Зачем бы и нет? Типа, что в нем плохого? Чтобы потом просто next raid с ним пойти, например. Пушить не просит же? Или просит?
Все, Вова, не забуду, ребят. Не забуду. Никогда. Торцевого челика. Все, по-хорошему надо по фастику лутать и валить отсюда. Единственное, что я не залутал этот, плохо. Западку надо было запад. Хотя мне все равно в ту сторону идти на выход. Как ни крути. Чатик, ну какая красная? Не может так попереть, что и люди будут, или духа будет, и красная будет. Не-не-не. Что-то по-любому должно в минус быть. Может, тут ли духа будет еще? Видюху чекнем, спрыгнем на улицу, полутаем челика, который в торце, пойдем потом западку почекаем. Наверное, какой-то такой план передвижения. Патроны из магазов перекидай в подсумки. Чё? А, патроны в подсумок, это, кстати, отличная идея, бро. Замечательно. Если я не ошибаюсь, кобра, по-моему, что-то стоит, но я не уверен. Иду-ка в комнате санитара еще лежит. Это я сомневаюсь, что она там лежит. Опа, сюда лут. Еще и Сашечка. Эсасочка. Еще один слик. Так, а еще куда вот эту эсасочку-то взять? Я вообще не понимаю. Я совсем не понимаю. Так, ну надо свой слик дропать куда-то. Пендрусы не нашли всякие. По-моему, отлично спрятал. Сюды. Так. Нахрен. Что ты не разряжаешь-то? Так, сюда.
Жирно очень чат. Слишком жирно. Привет, Квеба. Здорово всем, ребят, с кем не здоровался еще. У меня чел какой-то вообще не фулл хп. Несерьезный. Но челы очень жирные были. По луту. Я единственное не понял, рофла, что за чел был в слике со стоковой эмкой? Какой-то приколист был, короче. Не иначе. Я вот этого прикола не понял. Эх, красной нету. А бумага что-то чат стоит еще? Давно не играл, не знаю. Бумага. Офисная. С дропа упал. Он без галочки. Если бы он его сейчас нашел, он бы был бы с галочкой. 30к. То есть, в принципе, что-то стоит, да? Окей. Блин, сейфы тоже по-хорошему бы чекнуть. Все подешевело просто в шлак. Почему? А потому. Плохо, я не знаю, быстрый есть, нету. Может, сразу пошел на выход. Короче, чисто за красными сбегаем. Чисто чекнем синяя, красная карта и на выход пойдем. И чекнем быстрый. Для этого мы пойдем сходим в западку. Да блин, стамина кончилась. Прикол, она у меня и не регенится даже. А что такой перегруз? А, 60 килограмм уже, ничего себе. Нейронор, спасибо огромное, братик. За 5-й месяц. Благодарю. Спасибо тебе большое. Так, а вот эти ножницы, по-моему, что-то стоят. Если я не ошибаюсь.
Так, здесь ботики, которых я убил. Ботики. Карту, да, игра? Не хочет. Но тот чел все-таки убежал просто в Норвинск куда-то. Удалил игру, смотрю теперь тебя. Хорош. Хотя смысла нет, адреналин, по-моему, тоже десятку стоит. Блин, ну ладно, раз мы уж тут видюхи чекнем тогда. Блин, чат, вы меня задушите, что я Котю не возьму, да? Да ладно, один раз не будем брать Котю. Тут уютно ему, я тут всех убил, он тут похозяйничает, короче. Блин, что такое? Я разучился перепрыгивать эту фигню. А, так, надо же выход чекнуть. Сейчас что, выхода быстрого не будет, придется педалить вообще в другой конец карты. О, ништяк. Сигареты по итогу выкинул, да. Блин, ну а что с ними делать? Все, летим на выход. Привет, Сагитариус. Успехи нормально, даже народ бегает. Удивлен я, что люди есть в игре в этой. Привет, Вась. Всем хорошего вечера, Вась. Тебе тоже отличного вечера. Спасибо большое, рад тебя видеть. Спасибо, Вась, огромное. За 14 месяцев, кстати. Угу. Благодарю. Блин, вот он стоял вообще, семечки лузгал, ничего не подозревал, и тут нац просто. Там чел еще ходил, но это бот, скорее всего, был.
Батяра с дробиком. Ну все, отчисаете, получается. Вот. Злые макароны. 12 тысяч опыта. Чисто на ЧВКшниках пойдет. По итогу я всем стрелял куда-то в пузан. Еще и убил всех в голову каким-то образом ЧВКшников, кроме последнего. Как это работает вообще? Каким образом я им в голову попал? Ну нормально, хотя бы челы были, это прям кайф, 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 кайф. Кайф фурики, когда есть челики в тарке. Когда есть с кем постреляться.